Сегодня сложилась вообще парадоксальная ситуация, когда по поводу долга взаимодействуют с третьими лицами, соседями, родственниками, коллегами, что, безусловно, нарушает законные права и интересы граждан. Этот закон касается абсолютной защиты всех граждан Российской Федерации от любого неправомерного взаимодействия с коллекторами, от любого агрессивного воздействия. В рамках данного закона мы предлагаем установить безусловное правило запрета для общения с коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. И только при наличии письменного согласия, полученного предварительно, такое взаимодействие в качестве исключения будет возможно.